И вообще не важно, что я в куртке. Нельзя было. Вот это... Я бы... Так, ребята, все решено. Скоро Новый год, а у меня на канале до сих пор нет 100 тысяч. Давайте попробуем на этом видео собрать максимум лайков, сколько вы можете мне поставить. Ну, конечно, можно поставить по одному. Но, короче, все, кто не ставил, попробуйте поставить. Посмотрим, к чему это приводит. А может, не приводит, но вам же не жалко, да? А я постараюсь для вас побольше поснимать. И скоро неделя влогов. Да. Oh, 'cause I could just see you with wine on your t-shirt and somebody else on you. Блохер. Ну, класс, ну прям такая, мне кажется, последние вот эти вот летние денечки, когда ты сидишь в кофточке, хотя я уже в кофточке и в джинсах сижу. Свет очень красиво. Смотрите, как мы круто сидим. Несмотря на то, что у него майонез там. Ужас какой! Меня палишь. У тебя майонез, чай с пакетиком. Блин, ненавижу сосуды. Ой, тут прям прикольно. Не, я просто не знаю. Я-то, мне-то любая нравится. Nervous that I'll never really know you. What do I feel? Who do I trust? Maybe it's real. Я вас, ребята, не обману, если скажу, что вот это мой третий объектив. Третий по счету портретник, который ломается одинаково. Всегда вот так. А вот и рынок Даниловский утром, когда никого нет, ничего нет. Только дети, которые разносят все. Есть один момент, за что я не люблю вот эти рынки. Здесь очень приставучие продавцы. Все вот как прям вот правда на рынке все базарят и хотят от тебя постоянно что-то, что ты купил, попробовал, съел. Мы сели на улицу с этими огромными тарелками, как обычно, которые больше моей руки. Мне кажется, здесь 2 литра минимум. 2 литра и 2 литра. Садимся, да? Все, со всеми мы повстречались. Теперь мы усаживаемся в тачку на прокачку. Так, руку раз. Давай я тебе сниму кофту, а то жарко будет тебе. Да, пока-пока, Юля. Да, булочку сейчас дам. Все, мы на месте доехали, просто долетели практически. И Робочка поспал, то есть идеально. Я пойду Германа встречать, я так соскучилась. Мам, только больше не пускай сюда Робика, вот он обязательно крапив. Тут есть у бабушки крапив, он ведь не понимает. Крапива, где моя крапива? Крапива. Я по тебе так соскучилась, 2 дня не видела, соскучилась. Ужас как, ты пойдешь? Мне кажется, вот все время приезжаешь, ну не видишь ребенка 2 дня, 1,5 дня. Приезжаешь, и он другой, и он вырос, и он по-другому разговаривает и думает. Почему так быстро растете, малыши? Ника, это что, ты хочешь сказать, что твоя заслуга, да, Николь? Это ты сделала? Я не хочу. Посмотрите, что у нас с колесами. Все, паркуемся? Нет. Я приехала, притащила с собой еду. У меня вот тут булгур, помидор, огурец я съела, курица. Сижу, ем, потом немножко вот посидим и уже в обратную дорогу опять ехать долго. Смотри, мам! Мы забились в кусты и сидим, едим. Вот, обалденно вкусно. Одну тебе, одну Робику. Вот одну тебе. Одну мне. А вот дай. На, дай. Вот, вот это природа.
вообще не важно, что я в куртке. Доставка на дом? Полуосень, полулето, и так классно, и солнышко такое, и дети, и кусты, все прекрасно. Я втихаря, пока мы делаем ремонт у мамы, покупаем ей люстры и лампочки, покупаю, меняю нам люстры. Я очень долго терпела, почти весь ремонт я ничего нам в квартиру не купила, но люстры, мне кажется, они прям идеально нам вписываются. Такую и вторая вот эта, да? Герман, смотрите в детскую. Прикольная тебе с Робиком? Я нашла себе транспорт для Германа. Что это вообще за жесть? Инвалидная коляска какая-то. Господи, Герман, ты там не тормозишь? Пойдем. У мамы происходит переезд, и мы знаете, что нашли? Мой ствол, с которым я бегала. Капец, я, конечно, выглядела панкухой. Мне его Ксюша раскрасила. Смотрите, какой классный. Вот сюда ствол ставился и стрелялся. У нас было межсезонье, и мы тренировались без стволов. Мы катались все равно со стволами, типа муляжом, потому что в Москве просто нельзя было. И вот это, я забыла, болванка у нас называлась, по-моему. И вот ты, это просто железная палка по весу, иди по голове там. Хоп-хоп-хоп. Все, здесь открыл, тут ничего нет. Быстро. Класс. Закинул. Очень круто. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Ты кто будешь, Герман? Я тут я мысль. Точно? Точно. Скажи, я Бэтмен. Я Бэтмен. Два, три, бей. Белая намного. О, с одного раза, передавай. Все, молодец, открывай. 55 лет, давай, раз. Назад. Ребят, я практически целое лето не пользовалась ни тоном, ни какой-то косметикой, тушь. И то, вы помните, я делала реснички, брови рисовала, а тут я что-то решила даже румян нанести. Я сейчас села перед вами и очень хочу обсудить тему того, как вы храните таблетки, всякие лечащие вот эти вот препараты, как вы их храните. У меня есть дежурная вот такая штука для детей, которую я в любом случае все время беру. И тут есть и бипантен, и нурофен, то есть то, что якобы все время лежит на видном месте. Но это неправильно, мне кажется. Как-то все это нужно сейчас разобрать, я уберу лишнее, выкину. И самый главный вопрос. Есть электронные градусники, есть ртутные. Я люблю ртутные, обычные. Но почему-то они у меня все время ломаются. И у меня их набежало уже большое количество. У меня их на самом деле 4 штуки здесь вот лежат. Как вы утилизируете градусники? Это даже звучит странно. Я никогда не пойду на помойку, не выкину градусник просто так, потому что все-таки это опасная вещь. Задумывались вы когда-то об этом? Как? Оказывается, что вот этими делами занимается не ЖЭК, но ЖЭК, может быть, даже ЖЭК, компания, которая следит за вашим домом. То есть вам нужно туда обратиться, и они как раз-таки утилизируют всякие вот такие опасные отходы. Так что просто мне стало интересно, думали вы когда-то об этом или нет. Не выбрасывайте никогда их в помойку. Удобно тебе тормозить, да? Классно тебе, Робик. Зачем кроссовки носить? Роб! Не хотел бы ты одеть кроссовок? Твое добро. Угу. Обувайся.